Решение об увеличении суммы субсидий приняли из-за роста цен. Так, финансирование приобретения пожарно-технического вооружения увеличится в 2 раза. Материально-технического обеспечения каждого подразделения в 4. А на покупку спецодежды и снаряжения потребуется не 50, а уже 90 тысяч рублей на человека. Вырастет и материальное стимулирование. До сегодняшнего дня оно составляло 10 тысяч рублей на добровольца. Теперь сумма увеличится до 15 тысяч. Предусмотрены и мотивационные выплаты.